Так, друзья, сходили в магазин, закупились безалкогольным пивом, кока-колой и соком. Сейчас идем в деловой центр Варшавы, дворец культуры и науки. Да. Юля хочет мне купить подарок на Новый год. Ну, я ей тоже что-то прикуплю. Там есть торговый центр, сейчас зайдем, посмотрим и вам покажем. Вот мы уже где-то на подходе. Вот этот дворец культуры и науки. Опять у нас очень удачное размещение. В самом центре буквально 5 минут, может даже меньше, и мы уже вот в самом сердце столицы. Классный вид. И где-то с той стороны должен быть тот торговый центр, который мы сейчас ищем. Короче, первый магазинчик покорен. Юля перемерила все куртки, которые там были. Ничего не подошло, к сожалению. Но зато купили родителям пару сувенирчиков для родных. Вот, сейчас идем в следующий торговый центр. Где-то тут он должен быть. Но сейчас могу сблизи показать. Дворец культуры и науки. Такое здание еще напоминающее о советской эпохе. Кстати, кто не видел, там в Данске обязательно сходите в музей Второй мировой войны. Вот, знаете, взгляд Польши на войну совершенно отличается от того, что нам рассказывали в школе. Сходите, не пожалеете, там цена билета не так дорого. Главное доехать до Гданска. Короче, друзья, наш дальнейший поход в торговый центр не увенчался успехом. Обтоптали ноги, блин, обошли полностью по кругу там весь первый этаж, перенюхали кучу разных всяких духов и так далее, ничего нам не понравилось, вот, и уже, чтобы хоть чуть-чуть поднять свое настроение, зашли в Starbucks, тоже первый раз, попробовали, значит, я взял себе латте за 11 злотых. Что я вам хочу сказать, это самый лучший латте, который я только пробовал. Да, Юля? Да. Я лично пришла за бельгийской вафелькой, потому что кофе я не пью. А Юля взяла бельгийскую вафельку. Почем она? 4,39. По 5 рублей, короче. 5 злотых. Фирменный стаканчик. Я ожидал, что он будет чуть-чуть ярче. Надеюсь, они заплатят мне денег. Что ж, вот оно, Рождество по-польски. Только вышли из гостиницы, сразу попали в сказку. Сейчас движемся, значит, в сторону старого города, потом оттуда на Банковую площадь, где будет все мероприятие, будет какой-то концерт праздничный, звезды там польские. Мы, правда, никого вообще не знаем. Ну, может, кто-то будет из мировых каких-то гостей, держит в секрете.
Салюта, к сожалению, не будет в этом году в Польше, потому что мэр обеспокоен экологией в городе. Так что вот так вот. Всех с Новым годом. Желаю, значит, мира во всем мире, побольше добра в ваших душах, побольше хороших дел всем и от нас, и нам, чтобы помогали постоянно, побольше любви, ну, в общем, всего самого лучшего. Сегодня у нас 1 января, что мы сейчас, в принципе, чувствуем себя нормально, вот, поэтому надеемся еще сейчас попадем в музей науки в Варшаве. Вот, Google пишет, что там открыто, будем надеяться, то есть должно быть очень интересно. Поэтому сейчас вот кушаю вот такой вот протеин. Ну, по сути, это творожок, называется просто протеин. И идем в музей. Короче, таких как мы, трезвенников оказалось очень мало. На всю Варшаву только я с Юлей. И два китайца. И вот эта женщина с мужчиной. Короче, музей оказался закрытым 1 числа, блин, все сидят дома. Вот, поэтому наслаждаемся пустым городом. Вообще нигде никого нету. На самом деле, прикольно. Тишина. Погулять по такому городу. Да, и везде красота все равно осталась. Да, пришли к берегу этого. Посмотреть на Вислу. Мы идем в польское метро в центр.
Смотрите, какое отличие. Станция Рондо Оэс. У них между вагонами ходить можно. И намного тише, то есть можно, в принципе, общаться. Станция Рондо Оэс. Дверь, открывающаяся с этой стороны. С этой стороны? Сейчас наша остановочка. Мы нашли, где тусуются все выжившие после 31 числа. Это торговый центр. Вот. Но, к сожалению, почти все магазины тут закрыты. Короче, сейчас... Люди просто спят на лавочках. Досыпают. Да. Сейчас посмотрим, что там на втором, на третьем этаже. Вот. И, кстати, то, что не заснял, но прикольно, в общем, в метро. Вот, ну, эскалатор, как обычно, там в Киеве, да. Подхожу к эскалатору, смотрю, он не едет. Думаю, наверное, надо будет пешком идти. Потом начинаю, уже подхожу к нему впритык, и он начинает автоматически ехать. То есть стоит какой-то датчик, который реагирует на движение. Ну, короче, в холостую он не ездит. Вот. И еще, если не забуду, покажу. Электросамокаты, я так понял, которые стоят по всему городу, вот тупую просто возле любого столба, может там посреди тротуара стоять самокат, который можно через интернет оплатить на время, там поездить на нем по городу и кинуть его где-нибудь, где у вас закончилось время. Вот, прикольная штука, может еще попробуем, снимем видео. Сегодня у нас вторая попытка попасть в центр науки Коперника. Сейчас идем, у нас есть 3 часа, чтобы там погулять. Короче, надеюсь, нам хватит. Вот там, по ходу, видео снимать можно, да? Можно. Да, так что будем там тоже снимать, внутри фотографировать. Надеемся, будет очень интересно. Час, когда зажигаются свечи в каждом доме и каждом окне, это пришел праздничный вечер. Пусть на улице вьюга и ветер, но даже они улыбаются мне, и звон часов в праздничный вечер. Новый год.
Новый год, новогодняя зимняя сказка. И 12 ударов часов станет добрей. Белая вьюга. Ну, короче, вот такой вот Санта. Различные физические процессы. Всякие игры. Тут несколько этажей, мы сейчас пока на втором. В принципе, интересно, я думаю, особенно детям. И взрослым тоже. Что там за? Фигуры на основании вышли только что с центра науки Коперника. Вот. Ну, кому как, короче. Кто кайфушечки, а кто как обычно. Да, Юле больше понравилось, мне меньше. Ну, мое мнение, ну так, ну типа, если... Короче, по сравнению с музеем, допустим, Второй войны, то, что мы были в Гданьске, то там, ну, именно вот must have. А тут так, ну, если делать нефиг, можно сходить, в принципе. Скажу по-другому. Те, кто любят физику и соображают в физике, это для них будет такое, как экспонаты для того, чтобы увидеть, как действительно это все срабатывает. Но я лично очень впечатлена. Мне было интересно попробовать все на себе, ту же самую левитацию, работы из Вселенной, как вращается вообще Вселенная, велосипед, посмотреть свой скелет, как он выглядит, электроника, что типа по карточкам можно вычислить, какое у тебя настроение, злой ты или не злой, инфракрасное видение, ну вообще очень прикольно. Я еще себя такой точно не видела. Ну, а я физику в школе прогуливал, пил пиво в магазине «Наталка», на Тормасе, там, кто знает, с Белой Церкви, и с горячими бутербродами, поэтому я там чуть-чуть скучал, блин. Вот. Не, ну так, ну, в принципе, можно, короче, походить. Интересно. Да, в любом случае, лучше, чем сидеть дома, там, где-то в хостеле или в гостинице. Единственное, бронируйте билеты в онлайне, потому что очереди там кошмарные. Нужно продумать о том, во сколько туда времени приходить, потому что там по графику пускают. Не пускают толпой, а там в 11, 12, 12.40, типа 2.40. Ну, где-то в таких вот, вот периодах нужно себе бронировать, чтобы заходить. Так что я рекомендую. Кто любит физику, заходите. Кто не любит физику, не заходите. Ну да. Ну а сейчас поедем на вокзал, значит, и посмотрим билеты на поезд и будем чухать. Чух-чух-чух домой. Так что вот так вот увидимся в Киеве.